Всем привет! Сегодня мы направляемся в город Кангундо. Нас немного подвела погода, так как идет дождь, но надеюсь, что несмотря на это, мы хорошо проведем время. Надеюсь, вам тоже понравится. Мы приехали. Сейчас, наверное, будем брать такси до нашего хостела. Даниэль, анде! Чагя, ури такси пуруйкуа? Анимен оттуке кайкуа? Такси... О? 걸어서 갈 수 있어? 좋아? 숙소로 가자. 아, 숙소로 가자. 가자 되니? 다리 하나 건너서 가야 된다고? 멀긴 해도. 조금 춥네, 그치? 한번 더. 우와. 지금 어디? 엄청 크다. 엄청 크세요, 또? 꽃이네? 예쁘다. 예쁘대. 냄새 맡아봐. 어때? 응. 좋아? 맞아요. 개구리? 응. 잡아. 들어섰다. 여기 바비큐 하는 곳인가 봐. 어. 이게 뭐야? 와, 넓다, 그치? 왜? 다니엘, 여기서 신발 벗어야 돼. 신발 벗어? 좋아? 오, 이런 집에서 살고 싶다. хотим сейчас сразу набрать воду. Берем вентилятор. Оп. Даниэль тоже здесь раздолье, есть мультики, да, Даника? Ребята, я переоделась в купальник и собираюсь принять ванну. И пока я собиралась, представляете, здесь даже есть Дайсон, просто полная коллекция Дайсона. А еще у нас есть игры. Даниэль, мощный! Вау, она хебугу шипа, чинча. Иго, 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 А я все без ума от этого кресла массажного. Просто так расслабляет. Так, надо же мне еще попробовать. Так, так, так. О! Омаду! Нома почему-то надо. Ну, а пойди, девочка, кулога. Сиро? А! Thank you.
сейчас собираемся пойти в маркет и закупиться. Данилка, пойдем. Денька. Я пыне? Не рвешься из со йоги. Кида не со. Йоги, кегури из со до из со. Йоги, кегури из со. Сега из со? Вернулись домой. Даниэль рисует. Как красиво. Ой, упала. Пандек. 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 Йогита. Пандек. Забрал у меня мороженку. Мы начали жарить. Машкита. Кереса, кьяне. Они, лоба. Мы решили еще раз покупаться перед сном. Потому что завтра у нас рано выезд. Думаю, завтра утром не успеем покупаться. Здесь закрываются шторки такие. Папа! Мы уложили Даниэля спать и решили немного поиграть. Нас немножко пробило на ночной жор. Решили сделать себе рамен. Сварить. У нас идет дождик. Зелье. Проснулись, сейчас будем собираться и поедем уже, да? Уже выходим, собрались. Сейчас поедем на море. Сегодня погода вообще кайф.
Даника? Папа наш пошел покупать билеты на автобус. Что? Вы? В общем, походу мы не сможем поехать на автобусе, потому что оказалось, что он делает большой крюк, и нам придется ехать до моря аж 4 часа. Поэтому мы решили вызвать такси. Но оно тоже оказалось очень дорогим. Он выйдет где-то долларов 50-60. Сейчас пойдем переодеваться и искупаемся. Интересно, какая водичка. Муж говорит, что не смог зайти в воду искупаться, потому что очень холодно. Мы уже переоделись, думаем пойти в кафе, покушать и прокатиться на колесе обозрения. Сейчас будем залезать, да, Даника? Будешь кататься? Да. Хочешь? Киндера? Вау, ты? Мама, дыра? Жалко, что наш папа высоты боится, да? Даже кондиционер есть. Прокатились.
сейчас пойдем кушать, и мне нужно будет зарядить телефон, потому что у меня осталось 3%. Мармне? Кучи. Здесь? Мулькоги? Здесь. К нам приехал робот. Кепта. Маскетта. И рамен из морепродуктов. Мы уже покушали, сейчас вышли. Собираемся пойти в какое-нибудь кафе. Я опять переоделась, потому что я пролила на себя воду. Ну, блин, это платье, оно с длинным рукавом, но очень длинное, поэтому мне кажется, что мне будет очень жарко. Но с одной стороны, у меня очень сгорело все тело, и мне на солнце очень больно. Поэтому, думаю, с длинным рукавом будет полегче. Куда идем с Питочком? Большой-большой секрет. И не расскажем никому. О нет, о нет. О нет. Мы почти пришли в наше кафе. Куда они гайны? Даниэль, до куя не? Я химанде. Каба, чо он чо не каба? Кисега бусованна ба, кычи? Ури олагай капанте, чо гибиру? Мы пришли на второй этаж. Красивый вид. Даниэль принял что-то свои художества. У меня оказалось, что здесь я тоже вся сгорела. Вышли на улицу, решили посидеть у моря. Здесь людей вообще почти нет, что мне очень нравится. Мы расстелились. Красота. Как я обожаю море.
Да не, синбай под тебя, синбай. Май бу-бу. Май бу-бу, да?